Чувашия отметит Всероссийский день ходьбы. В ближайшие выходные 5 и 6 октября в 50 регионах нашей страны пройдет грандиозный спортивный праздник. Впервые массово на пешие маршруты в России вышли в 2015 году. Тогда мероприятие прокатилось волной по всей территории страны от Петропавловска-Камчатского до Калининграда. В мире же Международный день ходьбы отмечают уже 23-й год. В этот раз принять участие в праздничных его мероприятиях планируют 200 городов и не менее 15 миллионов человек. В Чувашии центральной площадкой станет Московская набережная Чебоксар. В субботу, 5 октября, в 10:45 именитые спортсмены республики торжественно откроют праздник. Далее в программе массовые и детские заходы, а также специальные для любителей скандинавской ходьбы. Дистанцию длиной 2020 метров могут пройти все желающие. На финише участникам вручат сувениры и дипломы Олимпийского комитета России.